Привет, друзья! Мы находимся рядом с администрацией города Анапа. Здесь такой вот небольшой парк, травка зеленая. Небо голубое, пицундовские сосны, погода прекрасная, +5. Вот такие рядом дома трехэтажные, и мы сейчас направляемся на центральный пляж, хотим прогуляться к морю. Несколько дней здесь было холодно, и мы, можно сказать, вообще почти никуда не ходили. Расслабились. Сегодня тепло. Проехали в одно место, нам надо было кое-что узнать. Только зря проехали. Мы решили прогуляться к морю. Здесь когда-то мы года 2 назад недалеко жили отсюда и ходили вечером, гуляли. Смотрели на поющие фонтаны. Здесь, я помню, потеряла ключ от квартиры. Помнишь, как мы так вот сели на лавочке, посидели. Я, видно, его держала в руке. И потом встали, пришли, а ключа нету. Я бегом обратно. У всех спрашиваю, кто тут потом сидел. Да? Никто не видел, ничего нет. И ключ пропал. Потом пришлось, я так расстроилась, думаю, ну все, будет ругать. А хозяйка говорит, а что вы переживаете? Пойдете, вот у нас делают, я вам дам, там 100 рублей заплатите. И все. Так мы и сделали. Православный храм. Доска почета. Вот само здание администрации. Анютины глазки что-то подмерзли, цветочки, да? Посвежее выглядят. А? Там посвежее выглядят. Ну, может быть. А вот эту вот сосну, помнишь эту сосну? Здесь продавали такие эти, как их? Вертолетики. Вертолетики. И внучка запустила вертолетик, и он улетел и прицепился на эту сосну. Такой светящийся. Что мы только не делали. Бесполезно, так и не сбили. Я помню, это бутылкой с водой туда подбрасывали. Никак не могли. Расстроилась внучка. И
мы пришли домой, ну покупать тоже вроде он такой и не дешевый-то был. Там запускаешь как рогатка, и он вверх прям огоньками горит, и он зацепился. Потом мы вот здесь вот тут фонтан, и в этом фонтане было их очень много. Ну и дед пошел с внучкой, говорит, пошли. Говорит, вот у нас тут упал фонтан, этот самолетик, вертолетик этот. И он набрал ей целую кучу. Там, говорит, а берите, говорит, я все равно, говорит, чищу. Ей так повезло. Было столько много этих вертолетиков. Но они быстро садятся. И мы сколько проходили мимо, всегда смотрели, он мигает или нет, да? Он мигал, мигал, и потом, по-моему, перестал мигать. Вот в этом фонтане ей набрали. Там, наверное, штук 20, да, наверное, как бы не больше. Вот радости было ей. Они, по-моему, до сих пор дома еще лежат. Резинки да. Нет только. А, стрелять нечем. Вот большой фонтан, а это уже поменьше. Четыре фонтана. Красиво. Люди отдыхают, чистенько здесь убирают. Помнишь, как-то даже пылесосом, да? Вот эти листья, что они там делали? Как пылесосом все собирали. Солнышки на них сидят. Ну. Плавают. Нагорают. Да, конечно. О, море. О, море, море. Вон оно, море. Видно прям сюда. А эти девчонки. Что они делают там, девчонки? А, упала, смотри. Как она туда завалилась, смотри. Не ударилась? Не ударилась? Ударилась! Ударилась! Я сзади куртка грязная? Да нет, не грязная. Девчонки бавались.
Да. Все убрали здесь. Все убрали здесь, да. Когда-то были эти. Торговые точки были в ряд. Да. Все поубирали. Наверное, что-то будет делать. Да. Отдельное место придут. Напротив ресторана «Ласковый берег». Океанариум «Водный мир». Thank you.